То, что вы видите за моей спиной, это тоже Вифлеем, один из древнейших городов Палестины и всего мира. Эта длинная бетонная стена почти 6-метровой, 7-метровой высоты была возведена израильскими властями для того, чтобы отделить друг от друга территории проживания израильтян и палестинцев. По эту сторону стены в Вифлееме проживают арабы-мусульмане, арабы-христиане, живут в мире, но тем не менее они отделены от внешнего мира вот этой бетонной стеной, как бы проживают фактически в резервации. Эта стена превращена в символ протеста, в символ сопротивления, в символ несогласия с израильской политикой со стороны арабов-мусульман и со стороны арабов-христиан. И она сегодня для мусульманского мира, для Ближнего Востока является аналогом Берлинской стены, которая в годы Холодной войны разделила один народ, один город на два противостоящих друг другу лагеря.